поднимите наверх. Марик, ты держись давай, дочь. Смотри, 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 смотри. Да смотри, ну повернись, ничего не будет, давай. Маруся вон с открытыми руками. Бучи, 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 бучи! Давай. Пацанам надо. Пацаны, пацаны, налетай! Давай, давай, я. Кормите, кормите. Бедный, скажи, так неудобно сделали, да? Приходится к головешке. Что ты орешь? А? Что ты орешь, скажи мне? Мама! Мы когда долго к косметологу не ходили, понимаешь? Это местные, на районе. Вы посещаете косметолога? Нет, парни? Уныние. Смотри, смотри, попа, попа. Людей возьми. Это просто кормилица местная. Тут даже все звери по имени отчеству обращаются. Одинокий остров. А, ну, ну какова? Просто, ну какова? Ну какова же все-таки красота? А, ну каков все? Так, ну что, мы готовы. Сейчас будем рулить. Ама. Бучи. Помашите. Амар. Амар. Ты сколько лет? 12 ему, зай. Ты же, тебе нравится эта песня? Ну, при детях это, пожалуй, единственное, вот я говорю, Тим белорусских, и вот эту группу можно послушать, потому что все остальное, во-первых, мат-перемат, лизнул, писюн, масюн, ну, вообще, снежок, ну, что это такое, ребят, ну, как бы, блин, ну, есть же офигенные, вообще офигенная музыка, клевые треки, ну, можно без мата.
Не, причем мне нравятся эти треки, мне нравится у них музыка, я бы с удовольствием слушала, но просто если бы не столько мата, я сама могу ругнуться, не вопрос. Нет, как бы, проблем в этом. Ну, просто с детьми невозможно такую музыку слушать вообще, слово совсем. Сразу все налетели посмотреть, что там, что там. А у нас вкуснятина. Авокадо каждый день, на завтрак, без него никуда. Помидорчики красивые, огурчики. Мне кстати, такие всегда больше нравятся, чем маленькие. Хотя маленькие считаются вкуснее. Манго кайф, да? Картошечка классная, нереальная. Клубничка такая, нереальная. Фурмишка. Так, там у нас что? А, ну это я маслю пирожки. Это все на завтра, на утро. Халву обожаю. Побольше заказала. Сладости. Ты, Юж, смотри, даже тебе принесли из эко-маркета. Это на перекус. Смотри, учись проходить лабиринт. Даже книжки там можно заказать. И развивайся, и играй. Прикольно. Класс, иди, будешь заниматься. Кондиционер. И всегда мясо хорошее очень. И на супчик, и так. Молодцы, ребятки. Причем я сделала заказ 2 часа дня, в 5 уже все доставили за город. Это очень. Кось. Кашпировский. Вредновский. Вреденка. Ты только что набрасывался на Бертика, да? Сейчас лежишь. Берт, фу. Нельзя. Нельзя. Все. Берт, все, не приставай, иди сюда. Берти! Что там, моя доченька готовит мне с утра? Себе готовлю. Ах ты, какой хитрый жук. Так, вот эту зелененькую ты убери. Попку. Попку. Кажется, все-таки погода замечательная. Правда, уже сегодня ветерочек холодный. Но все равно. 17 градусов. Такая. Ну где вы? Прохиндеи. Лазит. Вот один прохиндюша. Носится. Балкон. Скоро будет уже готов. Стройка, вечная стройка. Битюнь! Юшка где-то гуляет, ходит.